12-13 октября в Казани пройдет Всероссийская конференция «Казани. Скорой неотложной медицинской помощи на современном этапе достижений и перспективы». Участие смогут принять студенты различных регионов России. У нас в институте родилась идея, что параллельно с этой конференцией провести олимпиаду для студентов по оказанию первой медицинской помощи. Сейчас идет прием заявок на участие в олимпиаде, которая пройдет на базе Центра симуляционного и имитационного обучения Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Олимпиада включает в себя три этапа. Первый – это визитная карточка, где студенты должны будут представить свою команду с уклоном на оказание первой помощи. Второй этап – теоретическое тестирование, а третий – это демонстрация практических навыков на медицинских симуляторах и манекенах. Студенты смогут проверить свои навыки и умения при оказании первой медицинской помощи при ДТП, сделать сердечно-легочную реанимацию, изготовить импровизированную шину и другое. Участвовать могут команды как медицинского профиля студентов, так и студенты немедицинского профиля. Связано это с тем, что особенность нашего симуляционного центра такова, что мы единственные в России в симуляционном центре обучаем студентов немедицинского профиля по принципам оказания первой помощи. 29 апреля прошел первый этап этой олимпиады на базе симуляционного центра, где участие приняли практически все институты Казанского федерального. Такое мероприятие необходимо проводить регулярно, ведь умение вовремя и правильно оказать первую медицинскую помощь может спасти жизнь и сохранить здоровье человека. На месте происшествия, от того, как прохожие, как свидетели себя поведут и как окажут первую помощь, да, часто зависит от этого жизнь пострадавшего. Принять участие могут все студенты Российской Федерации. Для участия необходимо зарегистрировать команду на сайте smpkazan.ru. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз.